Добро пожаловать, друзья мои! Это Ростецкий, мы продолжаем играть, и у нас очередное новое выживанница. Привет. Здравствуйте, привет! Здравствуйте! Здравствуйте, да. Ща печенечки заправим, и пойдет у нас дело. И пойдем мы, походу, искать ресурсы. Так, хорошо. Что, мы смеемся? Значит, смотри, я просто так. Поставь, возьми на это гантреп, если у тебя есть. Сколько он стоит? Так его сделать надо еще. Шестеренки нужны и веревка. У меня все есть для этого. А, все, тогда делаем. Так у тебя рецепта же нет. Есть, гантреп я могу сделать. Фрагменты металла, веревка, дерево, все. А, ну тогда сделай, сейчас смотри, сделаем. Можно его красиво бахнуть будет. Фрагменты металла, дерево. Кто-то, по-моему, прыгал рядом с домом, мне показалось. Надо веревки больше, у меня мало веревки. А, есть веревка, набрал. Веревку можно тоже с магазика взять. Можно. Там вроде была. Так, гантреп. Так, ставим мы его классически сверху. Смотри, надо как-то так, чтобы он сюда смотрел диагонально. Куда смотрел? Кто-то зарейданул. На ящик? Ну, ну да. Вот ты пробегаешь здесь, допустим, и он тебя бахает. Но это не особо его диагонально, не конечно, но... Ну как получится, так поставь. Вот идеально. Ты такой... Нормально. Так. Нормально запрятал. Есть чем зарядить, кстати? Надо только простыми, насколько я знаю, патронами, да? Да, только простые. Нужны камни, я помню, и порох. Son of a gun, ладно. А порох это у нас порох нет. Есть, 108. Есть порох. Хорош. В пороховницах. Сейчас. Сколько надо сделать? Ай, десяточку. Десятки мало, давай. Двадцаточку. Больше. Давай. Все. Во. Это здесь, смотри, это первый вариант, да? А второй вариант можно вот здесь над башкой. Веревки нет, все, кончилось. А, так веревку в магазине возьми. Да. Или мы сейчас пойдем просто лутанем. Пошли лутанем, с чего мы будем в доме опять плясать всю серию. У нас по классике. У нас просто по классике. У меня откуда дверь взялась, я вообще не понимаю. Мою, наверное, подобрал. Видимо, да. Так, сложил, сложил, хорошо. Ружбайку взял. Ты тут? Да. Че молчишь? Ну, слушаю. А. Ружбайку взял. Отвечаю теперь. Так. Так, что за прекрасный дом, расскажи мне, пожалуйста. Ну, отошли от классического стиля 2 на 2. Решили сделать его в виде звезды, как будто бы. О, подожди-ка. Команду не создали. А сверху, смотри, как красиво. Вообще лялечка, да? Похоже на какую-то шестерню. Согласен. Дом вообще красота. Да. Смотри, надо понять, что по берегу у нас. Вон там, по-моему, какой-то. Вон маяк. Может, на маяк сгонять? На маяк вариант. Давай попробуем. Но на маяке могут очень быстро как бы хлопнуть, но мы же не боимся, правильно? Не, не. Когда мы боялись вообще? Так. Когда мы? Я не... Да, мы не из робкого десятка, поэтому что нам бояться, правильно? Мы двадцатка. Сейчас все... Мы сейчас четко все быстро сделаем. Там, он, кстати, есть дома подрыжены. Смотри. Посмотрим. Я не вижу, чтобы ты плыл. А, ты плывешь. Назад посмотри. Я не вижу. Так. Смотри, это что было? Было похоже на звук, как будто из ракеты. О, вот это надо, Жень, смотри. Давай. Тут может быть веревка. Ну... Так. Вон, смотри, там можно подобрать, вон сера, вон камень, две металл, все, даже, все да. Рядом. Все прям, вот это, долби эту бочку, я пойду почекну, что тут. Что так тихо, ни хера не слышно. Знаю, нормально. Вроде бы играли недавно. Граната, изучим чертеж печки, хорошо. Так. Прям очень хорошо. Я все соберу. Собирай, собирай. Ты прописал хом-то? Да, конечно. Точно? Я прописал садхом еще первый раз, когда нас там убили с тобой. Но мы начали строить... О, суплай. Ты уже наверху? Ну, не совсем. А, еда. Ну, в принципе, тоже пригодится. Я две гранаты. Я тебе скажу серьезно. Это вот нормально. Так, тут не запрыгнуть, да? Вот. Так, наверх. Так. Запрыгнуть. Я наверху. Ну, как наверху? Где переработчик, знаешь? Да. Вот я тут. Что? О! Что там есть? Автомат нашел. Да ладно. Да. Слышь, ты пешнись тогда домой. Ведь жалко, если тебя вольнут. Я пойду наверх. Меня не вольнут, потому что здесь никого нет, кроме меня. Это сейчас было как-то даже грубо немножко. Почему?
Ну, потому что могут прийти же. Да могут. А я, подожди, то есть ты меня не считал? Нет, я имею в виду из вражеских. Ну, так тебя же убили до этого. Потому что они там были. Ну, да. Логичный диалог получается. Нет, я имею в виду, что... Гениальный ответ. Они же там были, они хотели меня убить. Не может быть, блин. Так, давай, если что-то там сейчас найдешь, я за тобой пойду и домой все отнесу. Жалко, нет какого-то парашюта. Не, ни хрена наверху нет. Как парашют? Я в воду падаю, я умираю, да? Не надо падать в воду, вы топишься домой. Да. Так, а там, а вниз ты ходил в самый низ? У тебя, кстати, дом не симметричный, к сожалению. Вышел. Симметричный? Нет, вот. Ты не с того угла смотришь. Он симметричный-симметричный, одинаковый, все одинаковые крылья. Надо смотреть не как ты на него прямо сейчас смотришь, надо смотреть со стороны ставен, где ставни. Да, ну хорошо. Так домой хочешь? Давай, ну что значит хочу? Надо? Мне же автомат, смотри. О, Томпсон. Так, у нас есть с тобой металлические пружины, ты когда-то искал их долго, помнишь? Я не нашел, у меня только веревка и говно всякое. А, зато эти геологии есть и корпус винтовки. Кто-то бежит? Я. 7 секунд, 3 секунды, я пошел. Давай, я тоже дома. Так. В нычку сложить, наверное, все это надо. Да, я тоже думаю, что гранаты и прочее. Зачем ты дверь сюда положил? Это я на всякий случай ресурсы на запас, если мы будем закрываться, например, понимаешь? От кого? Нет, закрывать имею в виду нычку. От кого? А, хитро придумано. Очень. Так, у меня где-то... Ага, вот. Раз. Вот два. Это гаражная дверь. Накаляющая. Немножко раздражает. Ну, она тормознутая просто. Так, а я, пожалуй... Пожалуй, я сделаю это вот так. Получается? Что именно? То, что ты хотел сделать. Да-да, конечно. Я же рожден, чтобы строить. Чтобы делать, да? Да. Сегодня я рожден. Идем дальше? Да. Что ты несешь, твою мать? Я рожден сегодня, чтобы делать. А? Ага. Как? Ладно. Да, вот так вот. И вот именно вот так. Идем. Тут рядом есть хорошее место, можно утонуть. Там это пещера. Я помню. Что? Че ты угораешь? Да че ты это? А, тут подлутали уже, блять, а? Ну правильно, мы же здесь бегали, они разговаривали еще. Фонаря-то нет. Ну тут есть несколько проходов, так что можно оба попробовать. Так, ты справился со своим нехотением и взял все-таки дробовик. Я взял и скрафтил его вообще. Нет, я помню, просто мог взять автомат. Я оставил его на будущие серии. Так, трубы. Металлический, вот, вот это хорошие. Ну, так это нам и надо было. Вон там есть гавань, но на гавани, я не знаю, не вариант, наверное, ходить, там говно всякое, да? Да, здесь. Давай дома покрутимся лучше. Вокруг дома побегаем. Не, так не вариант, не пойдет. Вот это будешь? А, будешь. О! Шитьё. Жень, я же выживаю, я все беру. Мне все, в принципе, нужно. Запасливый. Ну а что? А что? А как это характеризовать тебя еще? Так, давай подобываем немножко. Серу. Это как сменить тему разговора? Давай подобываем немножко и все. А разве травы не было раньше на горе? Ты не помнишь? Ну, на горе нас на камнях уж трава не растет. Волосатая гора была как-то-нибудь тут. Ну, трава не растет на камне. Почему? Я видел, как-то асфальт положили, и там травинка выросла. Она выросла из-под него, пробившись к свету. А вот, смотри, это песок. Это ты бегаешь по песку, насыпь. По факту. Ну да. Песчаная. Ты, то есть, уточнил, да? Ну ты же говоришь, что гора и песок. Зачем вообще этот диалог? Так, пошли дальше. Гора или насыпь? Нам в любом случае надо через гавань, потому что там может быть хороший лут. Но надо в воду тогда идти. А мы замерзнем, кстати. Мы шмотки даже не сделали себе. А вот сера. Тут же нельзя замерзать. Почему это? Такой сервер. Хорошо. С чего это? Сколько ты тут уже играешь, с чего это? Не знаю, но пошли проверим. Просто это, в принципе, довольно тактично получится.
Это что именно, плыть по воде или что? Ну, аккуратно, типа, беспалево. А, это беспалево, ну, понял. Акваланг был бы беспалево. А что ты быстрее меня плывешь? На шафте. Я тоже. Я не ныряю. Ты заныриваешь? То есть обычно ты приныриваешь, да? На полтычка. На полтычка. Угу. Я думаю, что не видно, что мы плывем, да? Нет, конечно. Всплески сзади такие. Ну, тут только на баржу. Что? Оплыть надо. Плыви. Ой, я люк нашел. Нам домой как раз люк не помешает. Мы так, вот там еще один корабль. Получается. Да, можно. Можно между первым и вторым этажом. Хорошо. Или у нас всего один, блин. Ну как, полтора. Скорее, чем один. То есть полтора человека, да? Земляков. Ну как, успехи. Так. Что тебя так позабавило? Ну я говорю, как успехи, сдал в воду, нырнул. Я случайно. А. Я хотел с разбега перепрыгнуть, как это. Я тоже попробую, так... конечно. Но... Попробуй, у тебя получится, я верю. Джейсон Стэтхэм. Пробуй. Ну, пожалуйста. Ну. Так. На кран схожу. Жесть. Я не понимаю, что ты смеешься вообще? Я что сказал? Я сказал, на кран пойду, а ты начал смеяться. Я услышал тон, которым ты это сказал. Какой тон? Хихоньки, хахоньки вечные. Нет, ни хихоньки, ни хахоньки. И что там на кране? Ничего. А. Вот еще один кран. Это по тебе, наверное. Почему сразу по мне? Ну ты подлутанный такой. Это белая ворона. Смотри, вон ангар, я предлагаю быстро его утонуть. Вон там два металла еще можешь зарыдить. Понял? Тебя что рассмешило? Зарыдить металл или что? Что-то уссался от смеха. Ну, не то чтобы уссался, но... Но планировал писнуть. Нет, слезы выступили. У кого? Ну, кто смеялся? А кто смеялся? Я. А. О. Блин, я этот предохранитель выкинул. Предостерегайся аккуратно. Так, ты... Я это учту. Так, не нету. Учти, учтенным будешь, да. Да. Надо предик найти. Так, я, в принципе, домой хочу. Я тоже хочу. А, Home 1, я-то пишу другую команду. ТП 1 или что? Нет, ТПА почему-то прописывал. Ой, блядь, я. Что? Все. Я только что домой. О, еще два поинта, хорошо. Скоро окупится моя гаражка. Я не вижу тебя дома. Да дома я уже. Веревку принес.
Хорошо, но вешаться пока не хочется. Так, что у тебя еще? А, у меня вот... Зачем ты меня спрашивал тогда? Или ты сам у себя спрашиваешь, что у тебя еще так? Выложи, пожалуйста, все, что там у тебя. Ну, выкладываю. Куда я еду прятал? В нижний. Раз, что с тобой не так, а? Ты почему? Ты иди вниз, ты там в нижнем. Ты иди вниз. Ты наказан, что ли? Что? Ты идешь? Ты шел вниз и не дошел, да? Скажи. Как эту говно открыть? Сетку эту обоссан. А, там теперь нельзя так ходить, я понял. А как я тут дойду? Ты как планируешь выйти оттуда? А? Ну, это типа загадка. Аджака? Кто кого Аджака, не знаю. Фрецка. Так, ну ее придется убирать, ты же понимаешь, да? Так я и не ставил. Так. Угу. О, она не убирается. Ну-ка, ремув, фигли. Не поремувилась. Попробуй еще ты. Попробуй я. Попробуй. У меня что-то не заремувило. У меня заремувило. Так. А что это? А, я думал, это контрэп. Смотри, а это, видишь, оно треугольно, как сошка, сишка. Так, надо закинуть вот это. И надо в печку положить немножко того. Че ты заливной? Нет. Что нет, ты заливаешься? Нет. Так, сера есть, да? Слышишь, надо подумать что-то насчет третьего. То есть люк есть, я могу поставить его, если красиво все будет. Ага. Сейчас. Давай подумаем, где мы можем классно его сделать. Вот тут, наверное, вот над этим ящиком прям смотри. Над квадратом уж. Над квадратом логично, мне же квадратный. У тебя же квадратный люк. Сделай там дырку. Сейчас, нечем. Где мы? А, вот. Так, мне ремув надо писать. Это, да. Так, потолочный каркас. А у меня 19 секунд, сам пиши. Ну подождем 19 секунд, ничего страшного, ну, давай, не случится, давай, правильно? Лови. То есть плохого ничего не будет. Нет. В этом плане. Да, а зачем ты гроб положил? Нафиг он нужен тут? Туда я хочу складывать что-то. Что? Что-то ненужное, дай угадать. Нет, да? Компоненты хотел вообще, по сути. Но гробы не лочатся. В смысле лочатся? Нет? Гробы не лочатся. Как это ж так-то? Ну вот так молча. Иди, ставь. Сейчас, подожди. Улучшайся. Золочи. Лочнул? Лочнул. Все. Так. План. Смотри, теперь, ну, можно будет на следующей серии, потом уже там... А мы же так долго играем? Ну, не конец же серии еще, а мы только начали как бы разогреваться. Видишь, следующий уже как будто окончательный. Ну, это будет зачаток на следующий ролик. А. Просто построить там наверху эту ладушки. Так, значит, смотри. Они ломают эту дверь, и они сразу возле... Ну, ящик не закроют. Нет, закрывается, это же хитрый ход, типа, ну. А, надо придумать... Смотри, вот тут две двери надо поставить, я думаю. Где? А. Притом я бы прям... Отойди. Я бы прям гаражные бахнул бы. Пять. Возьми... У тебя есть гаражка? Нет. Сейчас посмотрю, какие компоненты. По поинтам. Нужны. Тебе ждали по поинтам? Так можно же крафтить, не? Гаражка, по-моему, нет. По-моему, верстак нужен. А, блин, третий уровень. По-моему, да. Там, да. Че ли второй? Ну, допустим, ставь, туда нормально, я поставлю. Ставь быстро, обычную. Гаражка медленная, потому что, ну, капец, ставь такую тогда. Но у нее ХП больше. Ой. Нам не страшно, да? Ну что, сишку бахнул, что гаражка, что... Или базукой жахнул пару раз. Так, здесь что? А. Это значит, я заготовку сделал. Угу. Вот так, здесь. Это есть, смотри, продумываем. Значит, тут зашли, тут одно окно. Типа посмотреть, что как дела.
Ну, вот а там достаточно, вот. В принципе, ну, только на воду смотреть. Это хорошо. Здесь потом что? Внизу нычечка маленькая. Там верстак стоит. Вообще сюда можно было бы что-то поставить. Тут спальники, типа, спальня. Ну, да, да, да. Закрытая дверь. Ну да, лучше, да, чтобы они туда не залезли, правильно. Гантрэп у нас есть. Хочешь, давай попробуем тут расширить, раз еще время есть, в принципе. Расширить что? Наверх. Так мы же на следующий... Ну, можно сейчас попробовать. Можно на следующий. Может, лутануть пойти еще разок? Можно. Жень, только давай так. Не собирай все говно. Да не собирай. Я вот предохранитель, я возьму. Ну нахрена вот это нахрена вообще? Это же решетки. Это в переработчик можно отнести, получить ресурсы. Ну. Можно, да. Ну не в этой серии. Вот эта дверь нахер, вот этот молоток, вот это зачем? Оно же не нужно. Это же лишнее. Ты сам откуда оттащил? Это не я. Сюда лучше вот еду сложить. Еда внизу. Вообще-то. Так, это сложу. Это на время компонент, чтобы на следующей серии сразу строить. Я понял, хорошо. Давай, пока нас не прибили, можно еще рестануться. Пойти по-быстрому. Какую сторону? Так, у воды. Ну, надо посмотреть у воды, может, там что-то риснулось. Давай, противоположку. А вон, смотри, вон там есть. Ну, туда плыть надо, вон там три бочки, я вижу. Ну, давай. Хочешь, пойди, побеги, по-быстрому чекни эту. Давай я сверху с горы посмотрю. Как ее там? Пещеру эту. Ну, вот я и иду же туда. Тут же несколько пещер, не одна. Но она объединена в систему пещер, получается. Ну, сейчас посмотрю. А это что, карьер, что ли, или что? Типа того. Блин, подожди, здесь дорога вообще. Как же так? А. Слушай, я серу нашел. Ну, сера у нас сколько? 1005 есть. Этого мало, там надо... Ты так... А что ты не кинул? Я кинул только металл переработку. Плавильню. Чего бросил? Ты что ходил-то по дому, прыгал, бегал? Я складывал ресурсы награбленные. Так, а чё металл не положил? Не знаю, я так это... Я его не собирал, потому что... А почему серу не положил? Положил, 3000 серы я положил. Она плавится? Расплавилась уже. Так ты ее только принёс же. Я же положил ее, как мы только домой тпшнули с маяка. Я же на маяке там лазил. А. Так. А это что? Непонятно. Так, листовой металл. Ну, тут такое, по мелочи. Сера. Сера добываю, нормально. 1003 принесу сейчас, наверное. Придохли. Ягоды, кстати, есть. Полторашка пока. Ягоды есть, кого? Да. Чё, сера? Полтора серы. Сейчас ещё поищу. Слушай, на горах нормально так серый. По краям. Ну, это же логично, они же, в принципе, горы. Кто, сера? Да. Тут хороший домик для рейда, кстати. Наш, любимый. Ты хорошо это, ответил. У тебя конструктивный такой ответ. Ты просто звук издал ртом, то есть это получился ответ. Представляешь? Ну, лаконично. Не, здесь не работает. Кто не работает? Дверь. Тот ест. Ну, шутка по ситуации чего-то. Ситуативная шутка. Слушай, а мы на лодке давно с тобой не катались. А нет лодок. Есть, вот. Серьезно? Да. Последние игры, потому что я не помню, чтобы лодки вообще на берегу были. А мы и не плавали, в принципе. Это ты? Ты. Да. У меня топливо. У меня есть 45 топлива. Мне тоже. Давай, погоди, сейчас я сяду. 106. А. Ну. Чего ты не сел? Сел. Во, смотри, как мы делаем. Вон там ящик хороший. Вот, я как раз плыву туда. Смотри, раз. Давай, хоп, хоп. Лутани в большом ящике, хороший. Ну, здесь шлем. Такое всякое. Так, что, все? Нормально, запрыгивай. Здесь больше ничего сцена, нет? Не, компоненты тоже бери, чего. Ну, я бру, давай. А бочку кто долбить будет? Уф, там ресурсы, давай другой. Другие ресурсы, не те. Вот здесь возьмем, следующий. Так, каска, гвоздомет, топливо. Серый 2000 у меня есть.
корпус на автомат. Два. Во, вот здесь норма. Здесь, в принципе, да. Смотри, там вон бочка, надо и красную тоже долбить. Сейчас. Красный хороший лут есть. Да что такое, я застрял? Ну, бывает. Видимо, мало наиграл в раз. Ну, надо больше? Не падать. Да, надо больше часов. Так. О! А это нам не надо. Рецепт печи большой надо? У меня есть. Я уже три раза его нашел, кстати. Ну тогда нафиг не надо. Нам нужны с тобой шестерни, трубы. Нам нужны трубы, компоненты, шестерни, пружины да. для всего хорошего. Поехали дальше. Вот маленькие красные, у них всегда оружие. Практически. Да, да, да. Либо прицелы. Во! Револьвер. 18 патронов. Давай. Ударил. Так, все. Хватит. Так. Что хватит? Ну, все хватит того, что я нашел. Мне сейчас не. А, сейчас я повыбрасываю излишки. Вот это давай лутанем, и домой можно ехать. Да. Ну, неплохо. Что там? Там шлем. Компоненты. Смотри, по сути, первая серия, мы уже снарядили. Дом да, есть. Да, да. Оружие на первое время есть. Останется только по сачелям бахнуть и пойти где-то по-крупному пойти. Так. Так, нам туда. То есть мы должны... Я помню, что маяк. Мы живем с тобой напротив маяка. Угу. Видишь? Снова звук. Снова ответ звуком. Ну, угу. А как мне надо? Окей. А. Yes, of course. Хорошо. Это что было? Слышно? Поперхнулся. Нет, бух, это да, что? Да-да-да, кто-то ломает. Лодку ломается, лодка. Лодка ломается. Она же не первокурсница. Остров. А, вот наш дом, я еще не узнал сразу. Он не заметен. Вот так. Симметрия тебе. Крылья. Красота. Забираем. Что там? А, топливо забрал. Я топливо забрал, да. Симметрия есть, да? Конечно, если это, будешь этот, смотреть. У меня спиннер был когда-то. Похож, когда похож, да. Было. Да, тройной. В такой же форме, я помню. Тройной спиннер, да. Ну да, здесь они зашли. И все. Но мы же не закрывали. Так, надо идти серу бахать. Угу. У меня есть 2000 серы сейчас. Печку засуну. Слушай, а еще печей бы бахнуть, наверное. Ну, вот смотри, пропиши. Правую, бери правую. Кит-стартер. Вот. Я уже прописывал. 3000 серы есть, плюс еще 2500 сейчас будет. Супер, пусть будет. Кладем в ящик, все. А, мне надо выложить все. Слушай, ну убери этот грабельник, ну нахрен он тут упал. Ну вытащи обычный так, ящик, все. Мне кажется, самая топовая тема. Брезент. И особо ничего не сделать. Ну, для чего-то нужен. Не помню, правда. Ну, как для чего? Я тебе скажу. Для химзащиты. Ну, вот. Ого. Слышь, давай оружие переложим. Вот этот, блядь, бардак. Еда, консервы, пистолеты. Давай, давай. Я тогда консервы вниз уношу. Давай. Это вообще ресурсы. Их надо вообще в ящик. А нафиг здесь ставни, двери... Я не знаю, Жень, мне кажется, ты сам их положил. Ну, конечно, я. Тут, понимаешь, просто если мы сачели бахнем, тут хорошие места рейдой. Ну, есть такое. Рядом, но тут чуваки в пещере живут, поэтому они могут нас услышать очень легко. Ну, они шеи. Вообще на изи. Так. Есть. Надо искать эти... побегать. А чтобы найти оружку, смотри, это надо идти вот заброшенные хижины. Ты был, кстати, надо их? Вверх подниматься на свалку. Слышишь? Свалка сверху. А что за заброшенные хижины? Это что? Где? А вот на карте слева у нас прям. Ну вот дома. Это там свалка. Ну, вот там возле свалки есть заброшенные хижины, там прям целые дома. Туда надо сходить. Давай. Давай. Но это уже в следующей серии. Да, 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 рубим, да, да, хорошо. Бахнем как бы по таймеру. Так. Так ты оружие не перенес нифига.
Почему? Я же перенес все. А вот же, смотри, револьвер. Нет, оружие я здесь оставил, я еду унес. А нафига? А это быстрый доступ к оружию, чем мы будем вниз скакать-то там? Так помимо оружия, может, надо убрать другое все говно? Какое имя? Ладно, пока сам не сделаешь. А, ты вообще все поубирал. Так, дробовик есть. Пистолет, но я возьму пистолет, выложу дробовик. Давай. Мне дробовик что-то вообще не заходит. Так, это тут. И патроны сюда. Ну, патроны говно, да? Такие. Ну, почему? А, подожди, я же могу сделать нормальных патриков. Стой. Отойди с прохода, пожалуйста. Встал как этот. Стукан. Ну. Так, значит, это... да? Ну, ладно. Че там, сам с собой уже разговариваешь? Как нет, тебе говорил. Хорошо. Так, пистолетные патроны. Что там, сам с собой разговариваешь? Порох и фрагменты металла. Ну, я так и подумал. Так. Ну вот, теперь порядок. Уже лучше. Надо патрончиков наделать. Каких? Желательно хороших. Расширенный ответ. Так, ну мы заканчиваем, или чего ли мы? Да, 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 сейчас я патронов наделаю, подожди. А, обязательно надо патроны доделать, потом заканчиваем. Да. А. Я сразу бахну с чем-то штуку. А, так а что ты гвоздомет выкинул? Положи. А зачем тебе гвоздомет? Ну это же оружие, по факту. Ну, блин, ну засунь. Кого? Гвоздомет. Так а что ты его выбросил? Да положил уже. Главное, мечи говно, а гвоздомет нормально. Мечи говно, да. Гвоздомет — это хотя бы орудие, можно на среднюю дальнюю стрелять. У тебя гвоздь есть, чтобы с него стрелять? Так скрафтить можно, Женя. Нет, понятно, просто, ну, естественно. Так. Все что? Надо бегать, разравнивать, понимаешь? Давай там, заканчивать серию уже. Там гадюшник. Да сейчас закончим, не спеши. Сейчас сделаем. А то сейчас я патрики сделаю, Женя гвоздомет выбросил. Хорошо, раз ты так спешишь, все, ребят. Да. Пиши, давайте. Все, до следующей. Спокойной ночи. Пока-пока.